Мы на третьей смене нашего замечательного лагеря. На этой смене собралось 20 человек. У нас широкая география. К нам приехали люди из Калужской области, из города Воротынск, из Москвы, из Химок, из Ангарска люди приехали. Также есть представители Кировской области. Отличная атмосфера в тренировочном процессе и в быту. Дети собрались с горящими глазами, как я говорил когда-то. Это очень важно для игроков. Дети старательные. Также дети весьма дружелюбные и отзывчивые. Занимались мы техническими базовыми элементами. Техника работы с мячом, техника работы без мяча. Немножко затронули защитные навыки. Для ребят постарше мы немножко разобрали элементы с двумя игрозащитниками, нападающими против одного, 3 в 2 и так далее. Очень рад каждому из участвующих в этом лагере и до новых встреч! Здравствуйте, меня зовут Виктория, я из города Тулы и мне исполнилось 12 лет. Ты здесь первый раз? Да, я в этом лагере первый раз. Какие у тебя впечатления? Не жарко ли слишком таким летом московским? Я думаю, что очень жарко, и вот именно в эту смену большая температура. А в этом лагере мне нравится тем, что хорошие тренировки, в них много нового я узнаю. Хороший коллектив, я общаюсь с девочками. Тренера молодые, веселые, энергичные. Они дают много новой информации. Они требовательные, но справедливые. Самое любимое, главное лекарство от этих жарких 40-градусных дней? Наверное, вода и отсидеться в холодном месте или отлежаться на полу, где более прохладно. Как вас кормят? Нас хорошо кормят. У нас есть завтрак, обед, полдник и ужин. Меню разнообразное. Каждый день нам дают разные блюда. Любимое блюдо есть? Да, есть. Это хлопья с молоком и суп-пюре из овощей. Твой тренер рассказал, что у тебя сегодня день рождения. Это правда? Да. Мы тебя поздравляем. Как тебе проводить день рождения на тренировках? Мне понравилось. Сегодня была не просто тренировка, а игровая тренировка. Эстафета. Всем было весело. Сегодня проводилась фотосессия. Поздравляем тебя еще раз с днем рождения. Удачи тебе. Спасибо. Меня зовут Даша, мне 14 лет, и я из Калужской области. Ты здесь впервые? Нет, я уже второй год езжу. Откуда узнала изначально про этот лагерь? Мне один человек предложил здесь попробовать, как развить свои способности. Судя по тому, что ты второй раз уже приезжаешь, понравилось в первый раз. Что именно понравилось тогда и сейчас? Что тут дают интересные советы. Я своему тренеру предложила их лучше разрабатывать, чтобы лучше на играх отыгрываться. Может быть, мы воспитываем нового тренера? Это да. Все отлично, мне все нравится. Спасибо большое, ждем тебя снова в следующем году. Вперед! Россия!